Я уже выключил. Мальчики, Дима, Петя, возьмите отсюда стулья. Идите сюда. Родной, неповторимый, чуть-чуть юбилейный выпуск. 124. Не так уж мало, но не так уж и много. Если учесть, то часть из вас не прошла этот двухлетний путь. Вы примечательны у нас еще и тем, что вы последний в истории лицея двухлетний поток. На вас эпоха 10-11 закончилась. Нам очень хочется, чтобы вы унесли из этих стен то, с чем вы сталкивались. Теплоту, добро, чуткость, любовь, внимание и жажду узнавать что-нибудь новое. В этом выпуске у нас с вами двое ребят получают золотую медаль. Сегодня мы им вручаем только, не только аттестат. А золотые медали вручать им будут в пятницу. Домики нам. Итак. Золотую медаль и свидетельство о присвоении квалификации вручается Пазельской Анне Германовне. В этом потоке 124 человека, 123 осталось, то получает призы от наших замечательных друзей. Анюта будет теперь слушать радио всех FM и AM частот с помощью приемника, который нам подарила фирма Intel. Догадайтесь, что написано на приемнике Pentium Inside. О среднем полном образовании. Включается Михайловой. Мария Владимировна. 11 выпускников получают аттестат Девченко, фирма Элка. С изменением. Аттестаты о полном среднем образовании и специальности вручаются Самсоновой Анне Сергеевне. Компания IT в лице очаровательной дамы нам предложила 4 приза. Два приза уже. Боевому коллективу Артема Малугина и Макса Горлова. Извините, я еще много раз буду оговариваться. Мы за выполнение их блестящей и многим известной дипломной работы попросили Екатерину Сатовскую, АО Microsoft Москва, вручить приз, который Артем уже заботливо держит в руках. Этот приз имеет удивительное свойство раздваиваться. Согласие фирмы Microsoft. Thank you.
Сергею Геннадьевичу. Превратилась в ситуацию два богатыря. Максим Горлов, прошу. Всем, кто поработал и как следует показал себя на Соловках, только что вышедший, еще не дошедший до бытовой сети, диск, виртуальный альбом «Соловецкие острова». Шипилова. И поэтому мне особенно приятно поздравить человека с окончанием, с такой блестящей дипломной работой. Приз вручает Екатерина Садовская АО «Microsoft». И добавляю от себя, что это забота о его не столько душевном, сколько физическом здоровье. Теперь у него будет самая эргономичная клавиатура и мышь с колесиком. Ура! Были люди по другую сторону Атлантики, без модема с ними связываться никак невозможно. Да, круто. Ирине Вадимовне.
Сегодня сотрудники. И Чулухадзе Валерьяна Робертовича. Михаилом Константиновичем Вавиловым. Я прошу вас выслушать его слово. Братья и сестры, я вообще так подготовил речь основательную такую, но сижу и такое впечатление, будто не вы выпускаете. Я присутствую и я получаю все эти чудные свидетельства о том, что нам удалось пойти. Я зачитаю свою речь, поэтому прошу меня простить за текст, он будет очень небольшим. Я понимаю, что душно, тяжело, но радость, в общем-то, сердец, наверное, должна отеплить душу и дать ей нечто такое, что, я думаю, в моей речи даст Бог. Вы услышите. Благоразумнейшие отроки и отроковицы, сегодня знаменательный день вашей жизни. Сегодня начало вашего выхода в открытый космос киберспейс информационного пространства. Начало вашей жизни во взрослом мире. И, конечно, для некоторых из вас продолжение жизни во Святой Православной Церкви. Или в будущем поиск пути к этой святыне. Что нам говорится в начале текстов Нового Завета, Евангелия, Благой Вести? «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное», слова святого Иоанна Предтечи. Перед вами открывается часть книги космоса. Так и книга вашей жизни начинается с чистых страниц. Однако вы все теперь вооружены. Вам были даны вашими наставниками знания, которые вас обезопасят от внешнего хаоса. Пожалуйста, не забывайте, что многие знания умножают печаль, надмевают или возносят, как учат святые отцы церкви. Вас будет подстерегать хаос. И в противостоянии невзгодам ваша вечно живущая душа будет требовать питания не интеллектуального. Ей, душе, вечно живущая ее души, вечно живущее существо, востребует от вас пищи жизни вечной, а не вечной смерти. Давайте запомним в эти минуты и надолго. Ум без разума – беда. Конечно, хорошо, что вы запасаетесь багажом знаний, но этого мало. Учитесь большему – собирать нетленные богатства. Вы окончили необычный компьютерный лицей. Вы обучены моделям и построению внешних виртуал-реалити. Но и внутренняя реальность в поиске земного, а затем небесного счастья и смысла мироздания будут для вас более важными, чем самая красивая виртуальность. Вглядываясь в ваши счастливые лица, вспоминаю, как я входил во взрослую жизнь.
В начальной школе мне довелось посмотреть удивительнейший кинофильм с поэтическим названием «Планета бурь». Таких сейчас не увидишь на видео. Из этого фильма я понял, что лучший друг человека кто? Правильно, робот. Поэтому, будучи выпускником математического профиля, я выбрал факультет технической кибернетики. Почти 30 лет тому назад я совершил профессиональный выбор. И был счастлив, как состоявшийся специалист. Кое-кто из вас пойдет в науку. Поэтому поделюсь своим опытом. При научной работе передо мной возник вопрос о странности и необычности информационных машин. Доселе ничего подобного в истории цивилизации не было. Не просто необычность, свойственная им, а могучее волшебство у этих особых существ. Но только теперь, будучи православным, вижу я всю прелесть и прелестнейшую, прельщающую глубину компьютерной техники и информационных технологий, суммы технологий. Вам, дорогие мои, предстоит учиться спасению своих душ в окружении таких удивительных существ-устройств, третье тысячелетие явит их миру, и помогать другим в поиске навыков жизни вечной. В этом спасении и в вашей профессиональной деятельности. Помните, кому церковь не мать, тому Господь не отец. А православная церковь спасала, спасает и спасать будет всегда и всех, кто прибегнет к ней. Всех. Идите смело по жизни. И берегите любовь к Отечеству, земному, Святой Руси. Тем обрящите Отечество Небесное. Да хранит вас Господь. Теперь я хочу как бы не по бумажке вам сказать, милые мои, что, конечно, третье тысячелетие нам такие удивительнейшие явят вот эти вот глубины, в которых мы, будучи существами вселенскими, нетленными, бесконечными, должны будем ориентироваться. И поэтому я каждого из вас прошу, кто крещен, укоренитесь в церковной ограде. Это трудновато. Мистика сейчас захлестывает умы человека, и киберспейс в этом плане является тончайшей совершенно прелесть. А кто не крещен, дай Бог вам покреститься, обрести эту твердыню, потому что мы говорили только что с вашим преподавателем, наставником, что с вашего поколения проклятие о разрушении храмов и убийство священства снимается. Поэтому столь удивительны ваши светлые лица, столь внимательны ваши глубокие глаза и столь чисты ваши души. Берегите эту чистоту. Преподаватели, гости. Я еще раз хочу поздравить всех ребят с тем, что они те люди в Москве, благодаря которым мы встали на ноги. Это самое трудное. Вы понимаете, что такое трение и покой немножечко. И стронуть колесо, очень тяжелое колесо, поверьте, нам всем было трудно, и вам, и преподавателям. Я хочу от души поблагодарить акционерное общество Microsoft, которое тем самым говорит о том, что в России оно укоренилось всерьез и надолго, и очаровательную Катю Садовскую, и передать ей слово. Добрый вечер, уважаемые выпускники, а также гости сегодняшнего вечера. Собственно говоря, я хотела вас поздравить с этим знаменательным событием, которое на самом деле в жизни случается только один раз. В данный момент, вот сегодняшний вечер, вы закончили целый этап своей жизни, и у вас начинается новый этап. Я не могу сказать, будет он лучше или хуже от того, что закончился, но он будет абсолютно новым. Вы начинаете сейчас, ну, буквально с завтрашнего дня, начинаете новую, абсолютно самостоятельную жизнь. Я очень рада, что вы закончили такую замечательную школу, получили в ней очень много знаний. Надеюсь, что вы эти знания будете подкреплять и сохранять.
возможности ли у вас даже есть, ну, скажем так, новый Билл Гейтс. И я очень даже буду рада, если кто-нибудь из вас придет работать в Microsoft. Осталось провериться на нехитром детекторе Биллом Гейтсом и подавать заявление. Нет проблем. Мне хотелось бы дальше передать слово сотруднице еще одной глубоко дружественной нам организации, просто для разрядки некоторые наблюдения. Лет 10 назад, отвлекаясь от политики и прочего, для взрослого человека часто приходилось в ответ на вопрос, простой вопрос, где работаешь, отвечать что-нибудь вроде «Глав Северо-Запад Минмонтаж Спецстрой». Вот сейчас эта мода, к счастью, прошла, и все компьютерные фирмы называют себя коротко и энергично. «Элко». Ну вот сейчас слово «IT». Галина Сверина, прошу любить и жаловать. Дорогие гости, я не хочу повторяться, я присоединяюсь ко всем пожеланиям, которые вам сегодня были сказаны. Единственное, мне хотелось бы добавить, что сегодняшний мир требует как можно больше знаний, и вот несмотря на устаревший девиз «учиться, учиться, учиться», он все равно остается актуальным. Я вас призываю поступать в институты, в университеты, и потом я в примере личное поручение от нашего президента Епарова Дагира Галиевича пригласить вас работать в компании. И все-таки маленький тест на простейшую сообразительность. Вот память там удваивается каждый, и учителяется каждые полтора года. Я закон Мура уже сам забыл, того и вам желаю. Еще что-то происходит в информатике с нарастанием темпов индустрии информатики. И все-таки у меня ощущение, что есть одна отрасль этой уважаемой индустрии, которая развивается так, что заткнула за пояс все остальные. Я имею бурное, в виду бурное развитие российской компьютерной прессы. И хочу передать слово главному редактору нового журнала «Компьютер и жизнь» Алексею Вавилову. Добрый вечер. Я не хочу долго говорить, поскольку это журнал. Выходите все. Он завтра зайдет. Пожалуйста, конкурсный отбор. Никаких проблем. Приглашаю всех. Прошу заметить здесь тонкость, что в редакционный совет нашего журнала входит Александр Владимирович Беглав. Спасибо. Ради бога, считайте мое добровольное присутствие в редколлегии этого журнала не зачатками коррупции в лице информационных технологий, а некоторым хитрым PR, public relations ходом для того, чтобы вас туда легче принимали. Это наши бывшие родители. Это декан факультета. Автоматика, вычислительная техника. У меня здесь много друзей, и мой сын закончил лицей. И поэтому я всегда с трепетом сюда прихожу и с большим удовольствием. И в качестве пожелания я вам хочу напомнить эпизод из книги «Ярче тысячи солнц». Дело было в Витенгене, все были очень увлечены этой войной, все были очень увлечены квантовой механикой, только-только она стала развиваться. И вот какой-то профессор шел в дождливый день по парку университетскому. И увидел, как какой-то студентик бежит, весь озабоченный, и падает в лужу. Этот профессор, конечно, к нему подбегает и пытается ему помочь из лужи встать. И этот студентик ему отвечает: «Отойдите от меня, вы не видите, что я занят». И вот я хочу вам пожелать быть такими же увлеченными, как этот студент, но никогда при этом в лужу не впадет. Теплый дом.
люди в компьютерном бизнесе, они в чем-то больше дети, чем даже вы. Почему? Потому что вот приходит человек на работу, подтягивается, садится в кресло, понимает, что предстоит напряженный день, и бросает взгляд на стену кабинета своего офиса, где висят радующие его глаз, где находится, лучше это слово. Ну, приветствие от тех, кто к нему хорошо относится. Я доходчиво излагаю. Называется «Наша лицейская грамота». И вот получается так, что у меня сегодня есть снова эта прекрасная возможность вручить наши лицейские грамоты нашим гостям. Понятно? Я надеюсь, что... Мы с вами закончили нашу официальную часть. И начиная с этой минуты, у нас такие же со-друзья, со-товарищи, как и мы. С небольшой разницей в возрасте. Я еще раз желаю вам счастливого пути, долгой-долгой дороги и не растерять ту общность, которая была у вас в этом доме. Я очень надеюсь, что мы будем часто с вами общаться, что мы услышим все ваши новые события, вещи, что вы будете приходить сюда и с добром, и с болью. Вы наши. Мы вас любим. Счастливого пути. Thank you.